В Алтайском крае работает комиссия Министерства сельского хозяйства России. Она оценивает ущерб от засухи. Федеральные специалисты уже посетили хозяйства Табунского, Кулундинского, Волчихинского и других юго-западных районов. Напомним, в этой части региона дождей не было больше 70 дней. По предварительным данным краевого Минсельхоза, от засухи погибло свыше 150 тысяч гектаров посевов. Общий ущерб оценивается примерно в 700 миллионов рублей. Но окончательную оценку последствиям дадут представители Минсельхоза России. Правда, теперь работе федеральной комиссии, как ни парадоксально, мешают проливные дожди. Они в буквальном смысле обрушились на районы, ранее пострадавшие от засухи. Руководитель одного из фермерских хозяйств Волчихинского района отметил, что еще 3 недели назад ливни могли бы спасти урожай, но сейчас потери от засухи уже необратимы. По пшенице это примерно минимум 50% уже недобор. По озиме более чем в 2 раза, значит, по средним многолетним, если убрать. А по гороху это где-то 40% меньше, чем средним многолетние. Результаты комиссии вместе с заявками на компенсацию от пострадавших аграриев федеральный Минсельхоз передадут до 1 августа. На основе предоставленных данных и будет определен размер помощи сельхозпроизводителям края. Конкретных цифр пока никто не называет.